Ну, вот такой вот зимний копчегай. Необычный такой копчегай. Да. Вот. Очень холодно. Да, сегодня холодно. Сухой мороз. Вот. И вот такие вот стекольные торосы. Стекольные. Прям как стекло натуральное. Да, они прям такие тонкие. Да. Торосы стекольные. Во. Во. Да. Смотри. Смотри, тонкая какая. Да. Офигенно красиво. Да. Да. Какая толщина, да? Да, там сколько почти сантиметр? Это 8 миллиметров, почти сантиметр. Да. Вот как так сделала природа? Вот как, да? Так сделала? Вон они такие красивые. Смотрите, дети, какой. Ты сломал стекло. Лёх, подержи. Можно сделать замок из стекла. Да? Кибитку построить. Да. Классно. Здорово. Как же вот оно так выдавило. Прям смотри, как будто вот так вот наложили, 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 наложили. Да, вот сейчас прям вот по стеклу иду. Прям такой толстый, толстый. И вот оно, море, океан, копчегай. А это наши горы. Горы красивые, красивейшие горы. Да, классненько. Вот. Дети радуются, довольные. Ветра нету, но все равно по щекам щипит. Доча, привет. Привет. Любимка, привет. Ого, доча какую глыбу ледяную вытащила. Здорово. А это солнце. Январьское солнце. Вчера у нас сильнейший снегопад шел в городе. Капец, сколько снега наложило. Был такой снежный коллапс. А здесь что-то снега и не выпало. Это, наверное, вот новогодний снег лежит. Классно. Здорово. Здорово, классно. Вот такой вот выходной день. Январьский. Январьский выходной день. На море. Океан, на океане море копчегай. Блин, ну так прикольно, как она так сделала вот природу, вот такие вот стеклянные торосы, да? Вот смотри, прям как будто стекло. Я перестаю отбивать, и не ходи. Как будто вот битое стекло. А оно тонкое, тонкое, да? Прикольно сделано, во. И вот береговая линия, вот эта вот вся так. Классно. Здесь вот так идем. Вот. Ну тут лед толстый. Под снежным покровом. А здесь уже вот вода. Не, ну я вообще поражаюсь. Как так природа делает вот такие вот стеклянные торосы. Ну вот она, да? Вот она, стекло. Блин, обалденно. Ну
Оно такое тонкое и ровное. Да. Ништяк, да. Вот она, вся береговая линия вот так идет. Лед тоненький, видать, намерзает, а потом или эта масса выдавливает, или вот та масса водяная выдавливает, и вот так вот оно, вот такие горы образовывает. Здорово. Красота какая. Красивые вот эти пылиночки, как стеклышки, каждый раз. Голубая бездна. А вон луна. Действительно луна. Ага. Классно, да? Классно. Супер. Да, вот такие глыбы. Стеклянные, ледяные глыбы. Красивые. Да. Да. И вот их столько много. Город, да? Ледяной. Да. Красивый. И любимка красивая. Сейчас будем запускать вот это стекло вот по тому большому ледяному полю. Такую глыбу. Не долетело. Не долетело. Надо дальше туда, да? Да. Вон повыше. Трубки. Ого. Ой, она поехала. Да. Смотри, далеко как, офигеть. Да, еще едет до сих пор. Как будто стекло бьется. Вон огромное. Ага, запускай. О. Я такую не буду запускать. Троечку нажать сейчас. А, да. Приближение. Давай, запускай. Раз. Яра. Давай, давай, запускай я. Ну вообще обалденно, да, смотри? Угу. Оно вон какое тонкое. Офигеть. Да, я спущу. Да? Вкусненько. Какая вкусная. Ужас. Представляю критику твоих зрителей. Как канадское мороженое. Вкуснятина, обалденно. Ух, Яра, за стеклом. Блин, круто так. Нет, там. Вообще так красиво. Не очень то, дверь пробила, там вода пошла. Пробила все? Да. Туда, значит, идти не надо. Нельзя, опасно. Да, вон пробило дырку. Вон она, вода. Они так долго едут, капец. Тихо ты! Она ломает, пока ее запустишь. Ну. Офигеть, как красиво. Вот это вот азартное приключение. Их еще ветром сдувает, ага. Так. Дай. Вон сколько. Я никогда такого не видела. Стекла. Да. Вообще, здорово. Еще оно такое все. Да, он тонкий, пробивает дырку. Все, далеко, да, туда нельзя ходить. Все. Три минуты.
Задом поехала. Там есть еще одна, нет? Здорово.